latviešu valodā. Ja būtu razgavarēt na latviškam. Jo es gribu arī ne tikai, lai vieglāk būtu man izteikties. И я хочу не для того только, чтобы мне было легче высказаться. Bet gribu arī, lai tie, kas nesprot krieviski. Ну, хочу, чтобы те, которые не понимают по-русски. Kas skatās translāciju. Которые смотрят трансляцию. Kas to klausīsies arī vēl vēlāk internetā. Которые это будет слушать и потом в интернете. Lai tas ir arī abās valodās. Чтобы это было на обоих языках. Amen. Amen. Un tēma. И тема. Es ļoti īsi runāšu. Я коротко очень буду говорить. Тема ir pienākums. Тема – это обязанность. Saki, pienākums. Скажи обязанность. Pienākums. Обязанность. Es gribu savilkt kopsavilkumu. Я хочу общее подвести итог. Bija sprediķi. Были проповеди. Kas bija vērsti uz paša personīga cilvēka izaugsmi. Которые были направлены на самого человека, чтобы он вырос. Kad katrs personīgs cilvēks aug. Что каждый человек персонально, он растет. Tas sekmē arī kolektīvu izaugsmu. Это и способствует коллективному росту. Bet lai mēs kolektīvi augtu. Ну, чтобы мы росли коллективно. Un ietekmētu sabiedrību. И влияли на общество. Mums ir jābūt sabiedriskam un kolektīvam pienākumam, kurš ir jāizpilda. Нам надо и общественная, и коллективная обязанность, которую мы должны сделать. Ja mēs gribam uzvarēt kādas lietas savā dzīvē. Если хотим победить какие-то вещи в своей жизни. Mēs ejam lūkšanu kambarī un lūzam. Мы идем в молитвенную комнату и молимся. Mēs ejam uz savu mājas grupiņu un lūzam. Мы идем в домашнюю группу и молимся. Bet ja mēs gribam izmainīt garīgo situāciju Latvijā. Но если мы хотим изменить духовное состояние Латвии. Tad kopā ir jāsanāk vienotībā visām Latvijas draudzēm. Тогда вместе надо прийти всем латвийским церквям в единстве. Nekas nenotiks. Иначе ничего не пройдет. Tikai vienotībā ir spēks. Только в единстве есть сила. Lukas evaņģēlijā. И в Евангелии от Луки. 17. Nodaļa no 5. Panta. В 17. Главе с 5. Стиха. Mācekļi nāk pie Jēzus un saka, vairo mums ticību. Ученики пришли к Иисусу говорить, умножь нашу веру. Vairo mums ticību. Умножь нашу веру. Jo mēs zinām, ka tas viss spēj, kas tic. Jo мы знаем, что можем, тот, который верит, может все сделать. Un mēs pēc tā dzenamies. И мы идем за этим. Mums vajag savu ziedināšanu, savus finanses. Нам нужны финансы, исцеления. И ученики приходят к Иисусу и говорят, умножь нашу веру. Un Jēzus viņiem atbild. И Иисус им отвечает. Ja jūs būtu ticība, kas ir graudiņš. Если у тебя будет вера, как зерничное горчичное зерно. Jūs sacīsies šim kokam. Вы скажете этому дереву. Izraujies un desties jūrā un tas notiks. Вырвись и иди в море, это случится. Un pēc tam Jēzus turpin. И потом Иисус продолжает. Kurš gan saimnieks? Кто, который хозяин? Savam kalpam, kurš ir uz lauka darbā. Своему слугу, который находится на поле в работе. Kurš atnāk no darba. Который приходит с работы. Un kurš tūlīt sēdīsies pie galda un ēdīs. И который сейчас будет сидеть к столу и будет кушать. Vai saimnieks neteiks, uzklāj papriekš man galdu. Неужели хозяин не скажет сначала меня покорми? Un tad, kad viņš būs pabarojis saimnieku. И когда он будет покормит хозяина. Uzklājis viņam galdu. Накрыл ему стол. Tad arī viņš varēs sēsties un ēst. Тогда и он сможет потом сесть и покушать. Draugi, kad tu uzklāji galdu Dievam. Друзья, когда ты накроешь стол для Бога. Viņš uzklāja galdu tev. Тогда он накроет стол для тебя. Kad Latvijas draudz kopumā vienotībā uzklāja galdu Dievam. Когда латвийские церкви в единстве накроет стол Богу. Tad Dievs uzklās galdu Latvijai. Тогда Бог накроет стол для Латвии. Dievs svētī Latviju. Бог благослови Латвию. Tā ir mūsu zeme. Это наша земля. Mūsu tauta. Наш народ. Amen. Amen. Lūk, atslēgas pāns 10. И здесь ключевое слово в 10 стихе. Kad jūs visu, kas jums bija uzdots, būsiet izpildījuši. Когда все, что вам поручили, вы сделали. Sakiet, mēs esam necienīgi kalpi. Скажите, мы рабы, ничего не стоящие. Mēs esam darījuši to, kas ir mūsu pienākums. Мы сделали то, что было наша обязанность. Saki, pienākums. Скажи, обязанность. Pienākums. Обязанность. Mums ir ne tikai jāsajūt Dievu klābūt. Нам нужно не только ощутить присутствие Божие. Mums ir jāizdara tie soļi. Нам нужно сделать те шаги. Мазные соли, ko mēs šodien спеем издарить. Маленькие шаги, которые мы можем сегодня сделать. Un tā mazā ticības, tas mazais ticības graudiņš. Этот маленькое зерно веры. Tie mazie ticības soliņš. Эти маленькие шаги веры. Kas dara lielus un varenus brīnumus. Которые делают большие чудеса. Tu domā, kas tur to uzlikt to parakstu? Ты думаешь, что там поставить подпись? Ir skeptiķi.
И есть скептичный. Viņš saka, es jau reiz 10,000 parakstus esmu savācis. Он говорит, я однажды уже 10,000 подписал. Он никак мус валсти нам майнит. И ничего в нашем государстве не изменилось. Не важно, что было до того. И сварлиги издрит то, как мы успенаком. Важно сделать то, что наша обязанность, что мы должны сделать. А что им бы с делегацией то? В 18 веке. Брали драудис, тип ханхутеш драудис. Братской церкви. Kuras deva startu Latvijas valstī. Которые давали старт латвийскому государству. Latvijas valsts iemesls ir brāļu draudzes Dievs. Начало латвийского государства это общины братьев, это Бог. Tas ir pirmā inteliģence, pirmie mācītāji un tā tālāk. Это первые священники, первые интеллигенции и так далее. Un viņus dēvē ne tikai par reliģisku organizāciju. И их называют не только религиозной организацией. Bet par reliģisku politisku organizāciju. Но политической организации. Они боролись не только в молитвах. Они боролись писанием. Там кто-то и в тюрьму сел. За то, что он научился читать и писать. И написал русскому царю письмо. Знаете, что сказал Геббельс? Хитлер, пропагандистский министр. Министр пропаганды Гитлера. Он сказал, дайте нам контроль над масс-медиями. И я сделаю любой народ за свиней. Барс. Ну, толпа свиней. Да. Много свиней. Tātada, Hitler ļoti labi zināja informācijas nozīmi. Гитлер очень хорошо знал ценность информации. Katru reizi, kad mēs savāksam parakstus. Каждый раз, когда мы собираем подпись. Katru reizi, kad mēs tos iesniedzam saimā. Каждый раз, когда подаем в сайме. Mēs varam rakstīt un rakstīt un rakstīt. Мы будем писать, писать и писать. Draugi, tas ietekmē. Друзья, это влияет. Šī informācija ietekmē deputātus. Эта информация влияет на депутатов. Tai ietekmē cilvēkus. Оно влияет на людей. Когда им придется принимать лэмы. Когда им придется принимать серьезные решения. Un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt. И это то, что мы можем сделать. Un tieši tāpat arī lūkšana. И так же и молитва. Sanāk kopā reizi gadā skonto halē. Когда собирается вместе один раз в год сконто. Mēs varam izdarīt. Мы можем это сделать. Es tev tūlīt nolasīšu. Я сейчас тебе прочитаю. Policijas paziņojumu. От полиции. Tātad policijas paziņojums. Сообщение от полиции. Kurš tika publicēts pēc 20. Oktobra. Который опубликовали после 20 октября. Tātad 20. Oktobrī bija vislatvijas lūkšanas apmulce. Значит, 20 октября была вся латвийская молитва. Kur vairāk tūkstoši kristieši sanās kopā un lūdzu Dievu. Где христианов было больше, чем тысячи, и они молились за Латвию. Un lūk ziņojums no policijas. И вот сообщение от полиции. Sēsdien. В субботу. Sēsdien. В субботу. Tātad 20. Oktobrī. 20. Октября. Uz ielām, uz ceļiem. На улицах, на дорогах. Bija īpaši mierīgs. Было очень спокойно. Ir... Do slavu Dievam. Дай славу Богу. Policija ziņojumā ir teikts. В полицейском ka šajā sestdienas diennaktī. Написано, что в этот день uz Latvijas ceļiem bija būtiski mazāk satiksmes negadījumu. На латвийских дорогах было очень намного меньше происшествий дорожных. Ļoti maz vairāk cietušie nekā vidēji diennaktī. И очень мало было пострадавших. Kā domā, tā ir sakritība? Как ты думаешь, это совпадение? Vai tomēr tā ir vislatvijas vienota lūkša? Или это сделала объединенная молитва? Halleluja! Halleluja! Ikviens, kas piesauks tā kungu vārdu, tiks izglābs. Каждый, который призывает имя Господа, будет спасен. Es ticu sirds lūkšanai. Я верю молитве от сердца. Es ticu vienotajai lūkšanai. Я верю в молитве в единстве. Un es ticu, ka mūsu darbībām gan politiski soļi. Я верю, что в наших действиях политические шаги. Un tehnoloģiski soļi. И технологические шаги. Ar kuriem mēs cenšamies iespaidot. Через которых мы стараемся влиять и внести христианские ценности в государстве. Этому огромная сила. Šeit vakar kalpoja Rick Renner. Здесь вчера служил Рик Реннер, пастор. Es ar viņu arī iepazinos pirmo reizi. Я первый раз познакомился с ним. Bet. Но.
es viņu zinu jau stipri ātrāk. Я знаю намного раньше его. 92. Gadā es biju Jelgavas cietumā. В 92 году я был в тюрьме в Елгове. Es biju nožēlojams narkomāns un dzērājs. Я был наркоман и пьяницей. Un no 92. Līdz 96. Es 4 gadus pavadīju cietumā. Из 92 по 96 4 года провёл в тюрьме. Un cietuma klubā. И в клубе, в тюрьме. Kopā ar muzikantiem. Вместе с музыкантами. Pie mums ciemojās tieši Rick Renner. К нам гостили именно Рик Реннер. Un viņš sludināja evaņģēliju. И он проповедовал Евангелие. Un bija pilns klubs cietumā. И vairāk simti zeki cilvēki. Тюремный клуб был полный, там больше 100. И он призывал к кресту. Un es skaidri dzirdēju šo aicinājumu. И я четко слышал это призвание. Bet es izvēlējos tos vīrus ārus jakās. Ну, в то время я выбрал тех мужей, которые были в спортивных костюмах и в кожаных куртках. Но сегодня я спасен. Un Dievs man lieto. И Бог пользует меня. Использует меня. Рикс Реннерс издарит то, что он вода издарит. Рик Реннерс сделал то, что он мог сделать. Рикс Реннерс. Рик Реннер. Издарит саву пьянакуму. Сделал свое обязательство, то, что должен был сделать. Он вода, я думаю, сколько там. Он мог подумать что-то такое. Зэкем, что один из этих зэков no тем, kas, будет один из тех, kas veicina kristīgo vienotību Latvijā, который способствует христианскому единству Латвии. Один из тех, который привел сотнями людей к Христу. Рикс Реннерс издарит то, что Рик Реннер сделал то, что он был, должен был сделать. Паракс, то есть одна подпись — это твоя обязанность. Прийти на общую молитву — это твоя обязанность. 1 Коринфянам 9:16. Павел, сака, Павел говорит, когда, евангелие, когда я проповедую Евангелие, man nav ar ko lepoties, мне нечем гордиться. Man tas ir jādara. Мне это надо делать. Man tas ir jādara. Мне это надо tas делать. Ir mans pienākums. Это моя обязанность. Draugi, tas ir mūsu pienākums. Друзья, spēršos, mazos ticības это ois. Наша обязанность идти этим маленькими шагами веры. Nesen iznākusi filma. Nesen, недавно вышла, вышел фильм. Документальный. Документальный. Балти. Балти. Tas ir племена. Балти. Племена, а. Balta ciltis. Племена балтов. Balti tie ir lietuvieši, latvieši. Balti – это литовцы, латыши. Mūsu pamatiedzīvotāji. Наши жители, которые до нас жили здесь. Un filmas nosaukums ir Pēdējā Eiropas pagāni. И название фильма – Последние язычники Европы. 15. Gadsimtā pēdējos pagāns kristīja tieši zemgalē Latvijā. Pēdējos visā Eiropā pagāns. 15. Vieki kristīli paslēdņih izīčņgav imena zies v Baltiji. Mēs esam īpaši tauta. Mē asobinēji narod. Jo šodien. Сегодня. Izskatās. Просто выглядит. Ka mēs esam pēdējie kristieši Eiropā. Что мы последние христиане в Европе. Paskai slavu Dievam. Дай славу Богу. Un es piekrītu Aleksēja Ļejājo vārdiem. И я согласен со словами пастора Алексея Ļejājo. Un apostoļa vīzija ir mana vīzija. И визия апостола – это мое видение. Ka Latvija kļūst par kristīgās kultūras citadeli. Что Латвия станет цитаделью христианской культуры и духовного возвращения. Но есть один «но». Vai mēs izdarīsim to, kas ir mūsu pienākums? Мы сделаем то, что мы должны сделать. Вот это концентрируйся на своем мазо «эс». Или ты будешь концентрироваться на своем маленькое «я». Потом ты вынесешь лукшина. Или все-таки ты объединишься в молитве. Потом ты пастас рарит с этим друзьям ар пирстен. Ты, может быть, перестанешь показывать пальцами на другие церкви. Потом ты сакс лукт. Может быть, ты начнешь молиться. Парахстит. И подписываться. Мацитес, идти, учиться, strādāt, идти, работать. Скажи пенакумс. Скажи обязанность. Пенакумс. Обязанность. Drauga, es tev atklāšu kādu ļoti svarīgu lietu. Друзья, я открою очень важное дело. Es to nosaucu pasīvais pozitīvisms. Я это назвал пассивный позитивизм. Tā ir sārga viltus mācība kristiešu draudzēs. Это лжеучение в христианских церквях. Viltus mācība mūsu draudzēs. Лжеучение в наших церквях. Kas neļauj Dievam darboties. Что не позволяет Богу работать. Mums ir pravietojumi. У нас есть пророчество. В Латвии будет пробуждение. Latvijā nāks svētais gars. В Латвии придет Дух Святой. Te būs kristīgā valdība un tā tālāk. Здесь будет христианское правительство и так далее. Пророчество. Un tas tāds
пассивный позитив, как мы это апплицируем. Это такой пассивный позитивизм, что мы говорим об этом. Мы тицам эмоционал там. Мы эмоционально верим этому. Бет не делаем то, что мы успеем. Но не делаем то, что мы должны делать. Дорогой, что я правильно твоим people здесь только это. Друзья, эти пророчества исполнятся только тогда, когда мы дарим то, что мы успеем. Когда мы будем делать то, что мы должны делать. Дуа скажи слава Девам. Дай славу Богу. Vaira Vīte Freiberga, mūsu eks-prezidente. Vaira Vīte Freiberga, нас экс-президент. Viņa teikusi tādus vārdus. Она сказала такие слова. Viņa to bija aizguvusi no kāda biznesmeņa. Она взяла их от какого-то бизнесмена. Ka pie mums labi organizēts что mazākums. У нас очень хорошо организованное меньшинство. Pārvalda neorganizētu vairākumu. Управляет неорганизованным большинством. Labi organizēts mazākums. Очень хорошо организованное меньшинство. Bet mēs, draugi, draudze, neesam mazāk. Nu, церковь это не меньшинство. Un ja mēs esam organizēti. Nu, если мы организованы. Plus lūkšanas spēks. Plus молитва. Plus vienotības spēks. Plus единство. Draugi. Друзья. Jēzus ir lauva. Иисус есть лев. Un lauvis, un Jēzus ir jērs. Иисус есть агнец. Jēzus var ieiet templī un izdzīt visus liekos. Иисус может войти в храм и выгнать всех ненужных. И в то же время он может повернуть другую щеку. Скажи, Иисус есть лев. И Иисус тоже есть агнец. И есть время, когда ты должен быть смиренным и повернуть другую щеку. И свое время, когда ты должен быть как лев. Скажи, я лев из колена Юдьева. Mums nevajag tikai jērus. Нам не нужны только овцы. Mums vajag vilkus ar stipriem zobiem. Нам нужны волки с крепкими зубами. Uzvarētājs, Jēzus vārdā. Побеждает, который борется. Un tie ir tie, kas apzinās savu pienākumu. Эти те, которые знают, что они должны сделать. Un nav svarīgi, ka tu esi noguris. И не важно, что ты устал. Nav svarīgi, kā tu jūties. Не важно, как ты себя чувствуешь. Tev ir pienākums. У тебя есть обязанность. Ja tu esi laulāts. Precējies. Если ты замужем. Нам сварить каждый из отношений. Неважно какие ваши отношения. Это пенакумс. Это навеки. Это обязанность. Бэрни, если у тебя есть дети. Воспитывать их это твоя обязанность. У тебя есть свою землю, свою тауту. И если у тебя есть своя земля, свой народ. Я стал тебе просто тауту, это так ты должен стать за свой народ. Это твоя обязанность. Gadar vienotām lūkšanām. Gan vīdienai malītvī. Ar politiku, ar visu, ko mēs nespējam. В молитве от сердца, с политики и подписями. Saki pienākums. Скажи, обязанность. Pienākums. Обязанность. Un lūk vēl. И смотри, еще. Nesen tika nodibināta kāda biedrība. Недавно было создано какое-то общество. Būtiski dažas nedēļas apakaļ. Буквально пара недели обратно. Kuras uzdevums ir izņemt jebkādas kristīgās atsaucas no satversmes. Которая задача выбрать из закона jebkoi какие-то упоминания о христианстве. Un legalizēt marihuānu. И легализировать марихуану. Viņi ir organizēti. Они организованы. Viņi ir lobijas politika. У них есть лобби из политики. Šodien, sestdien, 24. Сегодня, в субботу, 24 ноября. Šodien bija su dzīvnieku aizstāju, brīvību dzīvniekiem gājiens uz ielām. Был поход на улицах свободу животным. Viņi rūpējas par dzīvniekiem. Viņi rūpējas par dzīvniekiem. Они заботятся о животных. Un viņa mērķis ir panākt arī и их цель получить перемены в законе о животных. Даже они организованы. И они знают, как надо идти и делать. И если мы этого не знаем, тогда мы никто. Мы ничего не можем тогда. Но у меня есть хорошая новость. Я верю, что мы сорганизуемся. И Бог будет делать большие вещи. Дай славу Деву. Дай честь Богу. Es burtiski šodien. Я буквально сегодня. Tiešā ceļā uz šejien atbrauc. Про мою дорогу приехал сюда. Es biju uz Ivara Graudiņa piemiņas pasākumu. Было на мероприятии, на поминке Ивара Граудиня.
Cilvēks, kuru nogalināja ar vairākiem naža durieniem. Человек, которого убили с ножом, зарезали. Īsi pēc tavas lūkšanas sapulces Dieva svētī Latviju. Коротко после этой молитвы Бог благословил Латвию. Ivars Graudiņš. Ivar Graudiņš. Ir cilvēks, kurš ir vairākas reizes, apmēram 8 reizes apvienojis visu konfesiju bīskaps arhibīskaps. Человек, который приблизительно 8 раз объединил всех христианских бископов. Kad viņš apmeklēja man cietumā. Когда он был у меня в тюрьме. Kārto reizi, tas bija 2000 gads. Очередной раз это было в 2000 году. Es atceros, par ko viņš runāja toreiz. Я помню, о чём он говорил в тот раз. Viņš teica, ka viņš iet pie bīskapiem, klauvē pie durvīm. Он сказал, что я иду к епископам, стучусь в двери. Kad tu pēdējo reizi lūdzi Dievu kopā ar brāli? И спрашивает, когда ты последний раз молился вместе со своим братом? Tas ir Dievas vainīgs cilvēks. Это был Богом благословён человек. Помазанный, которые предки объединили Латвию, но он объединил церкви. И вот молитва, без него, я думаю, что не состоялось бы. И буквально после этого мероприятия, через пару дней, его убивает какой-то зомбированный человек. Я думаю, что этот человек не знает ничего, что он сделал. Как он мог подумать о том, что он всю жизнь потом не будет сидеть в тюрьме, и его поймали сразу? Viņš automašīnā braucošai nogalinājis cilvēku. Они ехали в машине, и он зарезал этого человека. Cilvēku, kurš kalpoja viņam. Человека, который служил ему. Es neticu, ka tā ir sagadīšana. Я не верю, что это совпадение. Es ticu Dieva valstībai. Царству Божьему. Он ticu pasaules un demoniskajā valstībai. И знаю, что есть демоническое царство. Un es ticu, ka mēs varam uzvarēt. Я знаю, что мы можем победить. Es ticu, ka mēs no sirds saucam. Я верю, когда мы своего сердца зовем. Mēs no sirds esam vienoti. И сердце мы едины. Ka mēs kā draudz augam un vairojamies. Когда мы как церковь растем и умножаемся. Ka mēs ņemam balsi un runājam politikā. И это есть единый голос политики. Ka mēs paši pārstāvam, mūsu deputāti pārstāv mūsu draudz un Dieva principus. Депутаты представляют там наши церкви и ценности Божии. Es ticu, ka garīgā pasaulē un arī materiālā notiks pozitīvas izmaiņas. Я верю, что в духовном, материальном мире будут происходить позитивные перемены. И что говорил Ivar Graudiņš? Это последнее его слово, которое он говорил в молитвенном собрании. Он очень помог ее сорганизовать. И вот его слова. Когда мы вместе все Kad mēs parādām mīlestību viens uz otru. Когда мы показываем любовь друг другу. Tad Dievs izlieva vairāk svētību. Тогда Бог изливает больше благословений. Es gribu pat šo svētību. Я хочу сам пережить это благословение. Es gribu, lai jūs to baudiet. Я хочу, чтобы вы наслаждались этим. Es aicinu jūs oktobrī sanākt kopā. Я призываю вас в октябрь всем вместе прийти. Un es aicinu jūs nākamajā oktobrī arī sanākt kopā. И я призываю вас в следующем году в октябре тоже прийти Un es ticu, всем вместе. Ka notiks arī visas Baltijas kopīgas lūkšanas. И я верю, что будет происходить Балтийские общие молитвы. Tad es jūs aicinu sanākt kopā, lai Dievs ir liels. Я призываю всех прийти вместе, чтобы Бог был велик. Mūsu vidū un mūsu valstī. Среди нас и в нашем государстве. Kad Dievs ir liels, Когда Бог большой, tad mūsu personīgās un valsts problēmas kļūst mazas. Тогда наши нужды и нужды государства становятся маленькими. Kad mēs sanākam kopā un Dievu slavēsim. Когда мы все соберемся вместе, будем прославлять Бога. Lūksim un uzrunāsim viens otru mīlestībā. Будем молиться и говорить друг другу в любви. Tad Dievs vēl spēcīgāk darbosies Latvijā. Тогда Бог еще сильнее будет двигаться в Латвии. Lai Dievs svētī Latviju. Пусть Бог благословит Латвию. Я вам даю скай славу. Да, можно дать огромную славу. Un es apliecinu. И я говорю. Tas, ko Ivars darīja, то, что делал Иварс. Tas bija Dieva aicinājums. Это было призвание от Бога. Un Dieva plāns. И Божий план. Иварам bija savs plāns. И у Ивара был свой план. Dieva plāns. Божий план. Viņam, ko viņš nepabeidza. Который он не закончил. Es apliecinu. Я говорю. Ka es to turpināšu. Что я буду продолжать это. Apliecini, es to turpināšu. Скажи, я это буду продолжать.
tas ir mans pienākums. Это моя обязанность. Tas ir mans pienākums. Это моя обязанность. Tas ir mans pienākums. Это моя обязанность. Amen. Amen. Un noslēgumā. И в заключение. Es nolasīšu psalmu. Я прочитаю псалом. Psalms. Псалом. Psalms 18, 7. Pāns un tālāk. Psalom 17:7. Tu tici, ka ir tā? Ты веришь, что так? Kad mums ir īpaši vajadzības. Что у нас есть особые нужды? Kad mums īpaši spiež. Что у нас очень прижало? Tad no mums izspiežas īpaši lūkšanas. Tad из нас выходит особенные молитвы. Tu tici tam? Ты веришь этому? Ir reizes, kad mēs ļoti īpaši lūdzam. Моменты, когда мы очень особо молимся. Tas ir īpaši lūkšanas. Это особые молитвы. Un tieši šādām lūkšanām. И именно на таких молитвах. Большой Bet šādas lūkšanas nav iespējams ar pozitīvismu, neveselīgu pozitīvismu. Ну, такие молитвы невозможны с нездравым позитивизмом. Ja man viss ir kārtībā. У меня все в порядке. Ja Latvijā viss ir kārtībā, viss ir brīnišķīgi. Все в порядке, все прекрасно. Mēs to apliecinām un ticam, ka viss ir kārtībā, mums nav nekas jādara vairs. Мы об этом говорим, что все в порядке, и нам ничего больше не надо делать. Tad mums nevar būt sirds lūkšanas. У нас не могут быть другие тогда молитвы. Un es šodien aicināšu šo sirds lūkšanu. И я сегодня призову к молитве из сердца. Kurš pazīst Dāvidu? Кто знает, кто такой Давид? Амен. Амен. Давид был лузейс. Давид был молитвенником. Пелузей славятай. Он был прославителем, поклонником. Viņa uzvaras atslēga. И это был ключ его победы. Viņš apvienoja Izraēlu. И он объединил Израиль. Амен. Амен. Viņš uzvarēja. Он победил. Templis bija sagatavots celšanai. Все было приготовлено для того, чтобы строить храм. Lai Dieva valstība nākt. Пусть Божие царство пришло. Lūk, kā viņš lūdza. И смотрите, как он молился. Septītais pants savās bailēs, es piesaucu to kungu. Седьмой пант. В тесноте моей я призвал Господа своего. Un brēcu pēc savu Dievu. И я взывал к своему Богу. Viņš sadzirdēja manu balsi. Он услышал. Savā pilī. Svetom svojom. Un mana brēkšana nonāca viņa ausīs. И голос мой, вопль мой дошел до слуха его. Zeme līgojās un drebēja. Потряслась и всколебалась земля. Un kalnu pamati trīcēja. Дрогнули и подвинулись основы гор. Tie grīļojās viņa bardzības priekšā. Ибо разгневался Бог. Dūminās no viņa nāsīs. Поднялся дым от гнева его. Tu iedomājies tādu parādību? Ты представляешь такое? Viņš redzēja šādu parādību. Он видел такое? Kad Dievs nonāk pie viņa. Когда Бог приходит к нему. Viņa lūkšana, его молитву, его крик. Dūminās no viņa nāsīm. Dīm выходит из его ноздрей. Un uguns no viņa mutes. И огонь с его рта. Un kvēlojuši sogus kā zibeņi dzirst. И горячие угли сыпались от него. Un viņš pielieca debesis. Он наклонил небо. Un pasnolēdās zemē. И сошел. Un tumsa bija zem viņa kājām. И мрак под ногами его. Viņš brauca uz ķeruba un aizlidoja tālāk. И воссел на херувима и полетел. Viņš lidinājās ar vētras spārniem. И понесся на крыльях ветра. No spožuma viņa priekšā šķēlās padebeši. И мрак сделался покровом своим. Ar krusu un liesmainiem zibeņiem. Он блеснул перед ними, бежал. Un 17. Pantā. И в 17 стихе. Viņš izstiep savu roku. Он пострел руку свою. No augšējiem. Сверху. Satvēra mani. Взял меня. Un izlūk no lielajiem ūdeņiem. И извлек меня из вод многих. Viņš mani izrāva no stipra pretinieku rokām. Избавил меня от врага моего сильного. No maniem ienaidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Amen. Amen. Un es ticu. И я верю. Kad mēs no sirds sauksim. Когда мы будем взывать от сердца. Un no sirds. И от сердца. Izdarīsim visu, kas ir mūsu pienākums. Сделаем то, что мы должны сделать. Tas, ko mēs varam. То, что мы можем сделать. Kad Dievs noliegs debesis. Когда Бог опустит небо. Nonāks zemē. Придёт на землю. Un mēs redzēsim. И мы увидим. Ka Latvija tiešām kļūs. Как-то Латвия на самом деле станет. Par vietu, uz kurien cilvēki brauc. Местом, куда будут приезжать люди. Lai redzētu, kā Чтоб tas ir iespējams. Увидеть, как это было возможно. Šāda vienotība un это Dieva svētība единство и благословение Бога нам в государстве. Огромное спасибо. Лес Палдес. Стражи
sargi, поднимаются на стены. И я прошу вас подняться сейчас. Пришло время молиться. Библия говорит, что Бог искал человека, который бы стал в проломе за землю сию. Я хотел пригласить на сцену всех гостей наших священников, которые были здесь. Мы будем сейчас молиться. Латвийские пасторы, пожалуйста, поднимитесь сюда. Мы будем сейчас ходатайствовать за нашу землю. Мы будем ходатайствовать за наше правительство. Мы будем ходатайствовать за нашу нацию. Мы будем разрушать замыслы дьявола, которые сегодня планируются для нашей земли. Мы будем провозглашать славу Господа. Все, что церковь свяжет на земле, будет связано на небе. И все, что церковь разрешит на земле, будет разрешено на небе. Я прошу вас, церковь, закройте глаза. Поднимите сейчас свои руки и давайте молиться на основании той молитвы, которую Христос оставил ученикам. Отче наш, Иисусе на небесах, да святится Твое имя, и да придет Твое царство, и да будет воля Твоя на этой земле, как и на небе. Поднимай руки, начинай ходатайствовать. Кромар кеман чоль мигадей. Крамена ла крусамблея, фламена кумбле сантолея, брамаха сачанда. Пасторы, соедините ваши руки. Пусть это будет одна молитва. Пусть это будет одна цепь. Клемар мешаль бокачада, племар машонделея. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. И все ложные боги пусть исчезнут с лица земли. Клемар маханже, кольмера сонтила, бламаре санчиде баго, бламар мешанда. Отец, вышли своих ангелов, пусть они стоят на границах нашей страны. Альма шеклетелея, не военные базы НАТО, не Вашингтон защищает нас. Гарантия нашей защиты — это армия Божья, это ангелы Божьи, которых Он высылает на эту землю. Лакурмехеча, эта земля подножие ног Твоих. Этот народ — наследие Твое. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Алла Маше, Алма Шикольма, Алма Рушакотелеро, Алма Шенцолереба. Молись из глубины своего духа. Глошелерей, Глошимблас, Глошинглосета, Камаше Кромалерей. Господь, все барьеры и все разногласия между церквами пусть разрушатся. Лаком лещерей, пентро махасой, бламащен салая. Соедини наши церкви, соедини нашу веру, соедини наши общины, да будут все едины. Глор мащен сала, кром мащен сала. Эти конференции будут влиять на исторический ход событий. Возвысь свой голос. Бог поменяет исторический ход. И все, что замыслил дьявол, будет рушиться и абортироваться. Мы войдем не в то будущее, которое готовит дьявол. Мы войдем в то будущее, которое нам приготовил Господь. Клоши камерой, Клошам лесой, Роки мане, Роки мане, Роки мане алмасой, Раме шанделей, Алмаша киндала,
Альма шекла мары сончала. Мы как стражи на стенах провозглашаем правду Твою. Господь сказал, на стенах Твоих Иерусалим, на стенах Твоих Рига, на стенах Твоих Латвия. Я поставил своих стражей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте ни днем, ни ночью, пока Он не восстановит наши города. Во время молитвы другая. Кермаше греса, чем атолер маше дала. Клемарнейше дзембла геворуба кащаца. И сейчас будут священники этого города, как стражи на стенах, которые чувствуют в своем сердце ревность. Крис, тот сон, который ты смотрел, который ты видел, это перекликается с тем, что у меня здесь. Так часто во время традиционных служений казалось бы, вот люди, вот нужды текущие. С ними приходило такое ходатайство, слезы. НАТО нас не защитит. Если Бог не защитит города, напрасно бодрствует страж. И против этих хищных волков должны выступить львы. И мы сегодня чувствуем, что Бог поднимает патриотизм на основании праведности. Нет, не национализм, который опирается на свою мышцу, но патриотизм, который уповает на Бога, потому что без Него нам не обойтись. И я чувствую эту же тревогу. Если мы будем спать, и эта беда застала нас врасплох, это беда настоящая. Все, что у вас в сердце, молитесь сейчас, и мы будем поддерживать. Прославляем Твоего Слова, Бог, потому что Ты великий, и Ты могучий, и Ты победитель. Потому что мы смотрим на Тебя, Христос, и Ты победитель. Всякой темной власти Ты победитель дьявола. И мы, Господи, молим Тебя, чтобы мы стали Твоими апостолами, чтобы мы стали Твоими военачальниками, чтобы Ты призвал нас на святую войну Твою. Приди, Дух Святой. Mēs lūdzam Tevi, Svētais Gars, nāc piepildi mūs. Tavas baznīca ar vienotības garu, ar miera garu, ar mīlestības garu, ar drosmes garu pastāvēt, par Tavu patiesību, par Tavu taisnību, lai šī valsts, lai šī zeme, lai viņa var plaukt Tavam godam. Lai mēs nebaidītos par saviem bērniem, lai mēs nebaidītos par savām ģimenēm, lai mēs nebaidītos paši par sevi, dod mums drosmīgu garu stāvēt par Tavu tautu, par katru tautu, kas šeit dzīvo Tavā zemē, šajā mūsu Latvijā. Mēs pateicamies par Tavām baznīcām, mēs pateicamies, ka Tu vieno mūs, ka Tu ļauj mums sajust kopīgu spēku. Mēs slavējam Tevi, ka šodien varam būt vienoti Tavā priekšā. Un vēl vairāk būsim vienoti rīt un parīt. Tāpēc, ka mēs zinām Tavus sapnis par mums, mēs zinām Tavus sapni par šo zemi. Lai šī zeme pieder Tev, lai šī valsts pieder Tev. Lai Tavs vārds ir pagodināts gan valdībā, gan skolās, gan universitātēs, gan darba vietās, katrā vietā,
lai pielūdz un slavē Tevi, Kungs Jēzu Kristu. Slava Tev, mūžīgais svētais. Slava Tev par Tavām asinīm. Un mēs lūdzam piedošanu, Kungs Kristu, kad esam tik ilgi, ka esam ignorējuši Tavus vārdus, ka, lai Jūs esat vienoti, kā debes Tēvs ir vienots ar mani. Lai Tava vienotība nāk. Lai Tava vienotība piepilda mūs. Jēzus vārdā. Glomar geba, saču pilmara gledā. Kiman de lebre se čital mori langra. Prastiraj ruki i molisj. Po Tvojej molitvi, Bog, vyšlit angelov. По Твоей молитве все волки будут уничтожены. По Твоей молитве все замыслы сатаны будут абортированы и разрушены. Кременчалерия. Приходит время, когда конференции будут влиять на исторический ход событий. На исцеление не только твоих почек, на исцеление нашего государства. И нашей земли. Глор мешек ромагалей. Ура, слава, 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 слава Тео Кунгс. Слава Тео Кунгс, Таус Вард сака. Я мана таута меклес ману ваигу. Я мана таута ножалос висус грекус. Тад эс негайдишу, эс атнакшу. Он дзиединашу шо земи. Дебезу Таус Иисус Варда. Эс шоден луцу, Кунгс. Кунгс пьетот висус манас таутас грекус. Господь, прости все грехи мои, о народ, Piedod, kungs, augdievību. Piedod, kungs, cietsirdību un lepnību, kungs. Piedod, alku kalpību, tevs. Piedod, kungs, piedod, tevs. Ka ne tevi viņa meklēja, bet citus svešus dievus, kungs. Bet tikai tu esi dievs, kas izlēja asinis par manu tautu. Tu tikai tu esi Jēzu, kas slacīja šo zemi ar savām asinīm, Jēzu. Nav cita dieva, kas var iestāties. Nav cita dieva, kas var izglābt manu tautu. Nav cita dieva, kas var cietināt manu zemi, kungs. Nāc tavs, nāc tavs. Lai šī zeme ir vieta, kur patiesība un žēlastība satiekās. Lai šī zeme ir vieta, kur tavs miers skupsta šo zemi, kungs. Lai šī zeme ir tā, no kuras dīkst tava uzvara, tavs. Es tev pateicos un slavēju, kungs. Pievērs savu acu skatienu, apžēlojies. Atnāc kā lauva no Jūdas cilts. Atnes uzvaru, kungs. Atnes mieru. Atnes svētību. Atnes vairošanos, kungs. Atnes auglību, kungs. Atnes uzvaru, kungs. Jēzus vārdā es tev pateicos un slavēju. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Пусть эта земля станет местом, где Божья истина, праведность встречается с Божьей благодатью. Пусть это место станет землей, земля станет местом, где Божий мир целует эту землю. Пусть это место станет земля тем местом, где возрастает Божья победа и благословение, и Божья жизнь. Аминь. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, ka varam būt šeit kopā. Mēs slavējam Tev un godinam, Tēvs, jo Tu esi mūsu Tēvs. Un mēs visu uzticam Tev, Tēvs, un mēs paļaujamies uz Tevi, jo Tu esi žēlsirdības miera un spēka pilns. Nāc, kungs, un izsūt savu svēto garu, un izlēj savu svēto garu par mums atkal no jauna, kungs, ka mēs varam atzimt svētajā garā, ka mēs varam svētajā garā tapt atjaunot, ka mēs varam tevi slavēt un godināt no visas sirds un tev pateikties par visu, ko tu esi mūsu valstī dāvājis,
ka mēs varam slavēt un pateikties par visu, ko tu mums katram personiski esi dāvājis. Kas gan mēs esam, kungs, tavā priekšā, bet tev par visu slavu un gods mūžīgi mūžos. Amen. Halleluja, 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 мы благодарим тебя, Отец. Мы благодарим Тебя за Твою верность. Мы благодарим Тебя за то единство, которое Ты создал через Иисуса Христа. И Ты повелел нам сохранять это единство в любви и в союзе мира. И я благодарю Тебя, что Ты творишь то, что невозможно человеком. Тебе возможно. Ты рушишь все преграды, все стены, всякую вражду. И ты объединяешь нас. Порознь мы члены, но вместе мы одно великое тело Иисуса Христа. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, что некогда не народ Божий, а ныне народ твой. Некогда не помилованный, а сегодня законные дети твои. Мы объединяемся и мы благословляем твое имя. Мы благословляем тебя на этой земле. И мы говорим, наша земля – это твое царство. Наша земля – это подножие ног твоих. Мы поклоняемся и мы благодарим. Царствуй, Господь! Мы согласны стать твоими руками, твоими устами, твоими глазами. Мы благословляем твое имя в каждом сердце, в нашей стране, в нашем народе, в каждой церкви, в нашем правительстве, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа мы разрушаем всякое бесплодие, которое мешает церквам расти. Разрушаем всякие лжеучения, которым дьявол пленил мозги христиан, чтобы мы шли и делали то, что мы должны во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем рост церквей, всех церквей, во имя Иисуса Христа. Господь, уклони небеса и спустись. И помоги нам огненно идти и делать Твою работу, евангелизацию, ученичество. Во имя Иисуса мы разрушаем всякие планы дьявола убить Божьих служителей, убить не только реально, физически, но убить и духовно. Во имя Иисуса Христа мы верим, что в этот момент мы есть в духовной сфере, мы мешаемся в истории, мы мешаемся в ходе событий в нашем государстве. Благослови Латвию! Благослови наше правительство. Бог, мы верим, провозглашаем, что Твоя воля будет во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Рост церквей, единство, молитва. Киро моста плена мора нама сети кило. Роро брама носо тиле плена мана махера ла сея. Kibro bobo hamale se kia lara loro blana mlaseti. Kibro shotoro ke blara makara masata. Kibro masati. И мы сейчас будем принимать вечерие. Mēs tagad pieņemsim vakarēdienu. Я передаю микрофон.
Огромное спасибо, но прежде чем мы начнем вечерю, вы видели этого прекрасного человека во время репортажа с этой белой бородой. Этот благороднейший человек, святой, праведный. И надо же такому случиться через два или три дня. Так беслан, так просто отвратительно, как будто провокация дьявола. И такая волна провокации. Убили. Ноголиная. Давайте сейчас возьмемся за руки. Так садосимес рокас. И будем призывать Божью защиту. Он писал Дева айсардзейбу. Божью ограду. Дева айсардзейбу. Кровь Иисуса Христа. Джейс Христос асенис. Нам не время умирать. Mums nav laiks mirt. Нам время побеждать. Mums laiks ir uzvarēt. Ему надлежит царствовать. Viņam nākās valdīt. Доколе все враги не будут положены. Kamēr visi ienaidnieki tiks nolikti. Подножья ног его. Zem viņa kājām. Последний враг истребится. Pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināts. Смерть. Призывайте кровь Иисуса Христа. Призывайте Божью защиту. Божью ограду. Божью благодать. И Божью милость. Во имя Иисуса не приключится тебе никакое зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо Господь повелел ангелам своим хранить тебя, хранить тебя, хранить тебя на всех путях твоих. Раким лесо према. О, восстань, Господь! И рассеются враги твои! И все ложные боги исчезнут с лица земли! Мы благодарим тебя за то, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Мы провозглашаем твою защиту, твою ограду, твою безопасность на всех путях. Мы призываем кровь Иисуса Христа на косяки нашей судьбы, на косяки нашей жизни. Мы призываем защиту и ограду на всех священников, на всех лидеров, на всех пасторов. Храни, Господь, защищай, Господь, мужчин и женщин. Защищай наших детей от всякого зла. Твоя безопасность, твоя ограда и твоя защита да пребывает над всеми нами во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Я попрошу теперь, вы можете спуститься в зал. Что ты сорит? Из зала. Я бы хотел, друзья, у мангрибато здрауги. Да-да. Чтобы мы лаймейс. Присаживайтесь на несколько минут. Обседайтесь парс минут иде. Нам нужна безопасность. Мумс ирвадзик дрошиба. Нам нужна защита. Mums vajadzīga aizsardzība. И нам нужно единство. Mums vajadzīga vienotība. Господь положил на сердце. Kungs ielka sirdī. Этот вечер. Šo vakaru. Завершить священнодействие. Ar svētdarbību. Иисус молился Отцу. Jēzus lūdza Tēvu. Отче. Tēvs. Да будут все едины. Lai visi ir vienoti. Как ты. Kā tu. Во мне. Manī. И я в Un тебе, tevi, так и они все, да, arī viņi visi, да будут все едины, lai visi ir vienoti, да уверуют весь мир, lai notic visa pasaule, что ты послал меня, ka tu esi sūtījis mani, когда они будут едины, tad, kad viņi būs vienoti, когда мы будем едины, tad, kad mēs būsim vienoti, во Христе Иисусе, Jēzū Kristu, тогда мир познает, tad pasaule iepazīs, что Он среди нас, ir mūsu vidū. Я верю в это священнодействие. Es ticu šai svētdarbībai. За 29 лет. 29 gadu laikā. Я не знаю, сколько тысяч раз. Es nezinu, cik tūkstoši reižu. Мы совершали. Mēs esam veikuši. Эту великую святыню. Šo lielo svētumu. Я не помню ни разу. Un es neatceros ne reizi vēl. Чтобы это прошло формально. Ka tas paietu formāli. Я всегда переживаю. Vienmēr pārdzīvoju. Что в этот момент. Ka šī mirklī.
Я до конца не знаю, что происходит. Līdz galam neizprotu, kas notiek. Но глубокие переживания внутри. Dziļi pārdzīvojumi iekšā. Небо реагирует. Debesis reaģē. Дух Святой. Svētais Gars reaģē. Иисус сказал, что есть такие ритуалы. Есть такие тогда ритуалы, которые будоражат мир духовный. Закустены горего посаулы. Поэтому он говорит: "Да ведь ведь всяка всякий раз, reizi, когда вы едите хлеб, maizi, или пьете чашу с ним, смерть Господню посвящаете, доколе он придет, сие творите, что дарит в мое воспоминание, лай пеменату маны, что-то мы знаем, каутку мы знаем, как-то толкуем, каутка мы искайдроем, что это кровь, кастас и рассанис, что это ломимое тело, тай ложима меса, мы должны рассуждать, мы своих думать, он спрест, потому что кто ест и пьет, да ведь таску ж эд он дзер, не рассуждая о теле Господнем, не спрежут пар та кунга меса, тот ест и пьет, тас эд он дзер, осуждение себе, носудима пар спрешени, от того из вас, да ведь юсос, очень много, и тик да ос, немощны, ваю, и больные, он слиму, и немало умирает. Un nemazums mirst. Сколько причин? Cik iemeslu? Наших неудач. Ir mūsu neveiksmēm. И где они кроются? Un kur te tās ir apslēptas? Podčas мы даже не догадываемся. Ļoti bieži mēs pat to nenojaušam. Но есть великое преимущество. Bet ir liela priekšrocība. Есть. Ir. И пить. Ēst un dzert. Рассуждать. Spriežot. О теле Господне. Par tā kunga miesu. Великолепная песня. Brīnišķīga dziesma. За что? Par ko? Прекрасная песня. Brīnišķīga dziesma. Такое помазание. Tāds svaidījums. За что? Par ko? Невинный. Nevainīgs. Безгрешный. Безгрецīgs. Был поднят на гвозди. Tika pazelts uz naglām. Помыслите. Подумай. О претерпевшем над собою. Par to, kurš cietis par sevi. Такое поругание от грешников. Tādu nirgāšanos no grēcinieki. Чтобы вам не ослабеть. Lai jums nekļūtu vājiem. И не изнемочь. Un nekļūtu nespēcīgiem. В путях ваших. Jūsu ceļos. Давайте закроем глаза. Tagad mēs aizversim savus acis. И порассуждаем. Un paspriedīsim, padomāsim. О теле Господне. Par tā kunga miesu. Давайте порассуждаем. Un tagad padomāsim. Какой ценой. Pa kādu cenu. Великий Бог. Varenais Dievs. Искупил нас. Ir atpircis mūs. Я хотел бы. Un es gribētu. Чтобы в этом священнодействии. Lai šī svētdarbībā. Мы могли. Mēs varētu провести двойной ритуал. Veikt divkāršu rituālu. Вы, наверное, помните. Jūs, laikam, atcerieties. Когда Авраам возвращался. Kad Ābrams atgriezās. После победы над пятью царями. Pēc uzvaras par pieciem ķēniņiem. Его встретил Мелхиседек. Viņu sagaidīja Мелхиседекс. И Писание говорит. Un raksti saka. Что это прообраз Сына Божия. Kad tas ir Dieva dēla atveids. Не просто по переводу. Nevis vienkārši tulkojumā. Но по самому ритуалу. Bet pēc šā rituāla. И когда они встретились. Un tad, kad viņi satikās. В руках Мелхиседека. Мелхиседека rokās. Было хлеб. Bija maize. И вино. Un vīns. А в руках Авраама. Bet Ābrama rokās. Были десятины. Bija desmitās tiesas. От лучших добыч своих. No labākajiem saviem laupījumiem. И там его жертва, viņa upurs, Авраама, Абрама upurs, встретилась с жертвой, satikās, Иисуса Христа, ar Jēzus Kristus upuri. И после этого, un pēc tam, произошли кардинальные перемены, notika kardināls pārmaiņas, судьбе Авраама, Абрама dzīvē. Это было единство, tā bija vienotība, о котором говорил Иисус, par kuru runāja Jēzus. Придя в Израиль, накот Израиля, Авраам, Абрам, отец ваш, Юсу Таус, рад был увидеть день мой, был приятельц редзеть ману диену, и увидел, он редзея, и возрадовался, он приятаяс, великие тайны, лилой нослабыми, возьми сейчас свою жертву, по ним тагат саву упори, лучшую, лабаку, как Авраам, ка Абрам, и прежде чем прикоснуться к жертве, пескарсис упорем, к совершенной жертве, пе пилнига упора. Нашего драгоценного Господа, мосу дарга кунга, Иисуса Христа, Jēzus Kristus, позволь Ему прикоснуться к Твоей жертве, viņam pieskārties Tavam upurim, не приходи с пустыми, nenāc ar tukšām rokām, мой дух трепещет, mans gars trīs, как трогательно, cik aizkustinoši, Бог на этом месте, Dievs ir šī vietā, возьми сейчас свою жертву, paņem tagad savu upuri, возьми свою жертву, paņem savu upuri, как эквивалент твоей любви, эквиваленту твоей милости, как эквивалент твоего доверия, твоей устицибай, твоей благодати, твоей потейцибай,
Любовь. Милостыва. Не знает математики. Не знает математику. Она разбивает алавастровый сосуд. Viņa salauž akmens strauciņu. И выливает. Он излей. На ноги Иисуса. Pri Jēzus kājām. Самое дорогое. Pašu dārgāko. Что есть. Kas ir. Как благ наш Господь. Cik labs ir mūsu kungs. Возьми свою жертву. Paņem savu upuri. Подними ее. Pacel to. И скажи вместе со мной. Un saki kopā ar mani. Скажи, драгоценный Господь. Saki, dārgais kungs. Я благодарю тебя. Es pateicos tev. Я люблю тебя. Es mīlu tevi. Благодарю тебя. Pateicos tev. За то, что такой ценой. Par to, ka par tādu cenu. Ты искупил меня. Tu atpirki mani. Я благодарю тебя. Es pateicos tev. За то, что драгоценная кровь. Kar dārgajām asinīm. Текла с Голгофского креста. Tā plūda no Golgāta krusta. Для моего искупления. Lai atpirktu mani. Я благодарю тебя. Es pateicos tev. Что наказание всего мира. Ka viss pasaules sūds. Ты взял на себя. Tu to paņēmi uz sevi. И ранами твоими. Un tavās brūcēs. Мы исцелились. Mēs esam dziedināti. И я хочу. Un es gribu. Возблагодарить тебя. Pateikties tev. И отдать тебе все. Un atdot tev visu. Что по праву. Kas patiesībā. Принадлежит тебе. Piedar tev. И в этот день un šī dienā, я хочу провозгласить в духовный мир, apliecināt garīgai pasaulē, что мы в завете с тобой. Ka esam derībā ar tevi. Я принимаю решение es pieņemu lēmumu, во время этой вечери šī vakarēdiena laikā, разрушить все барьеры, sagraut visus šķēršļus, все разногласия, visas nesaskaņas, все противоречия, visas pretrunas. Я хочу обновить свой es завет gribu atjaunot savu derību с тобою, Господь, ar tevīm, kungs, завет своими друзьями, derību ar saviem draugiem, и с этим народом, un ar šo tautu, да будут все едины, lai visi ir vienoti, во имя Иисуса Христа, Jēzus Kristus vārdā. Hallelujah. Hallelujah. Glamahinja. И теперь мы будем молиться за хлеб пармайзи и за вино парвино. Иисус Христос. Jēzus Kristus. Мы благодарим тебя. Mēs pateicamies tev. За твоё тело. Par tavu miesu. Ломимое тело. Par tavu laužamo miesu. И что мы являемся. Un ka mēs esam. Часть. Daļa. Твоего тела. No tavas miesas. И без твоей жертвы. Un bez tava upura. Без твоей жертвы. Bez tava upura. Мы не могли бы быть теми. Mēs nevarētu būt par tiem. Которые мы есть. Kas mēs esam. Твоими детьми. Tvīm bērniem. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Благодарим тебя, Господь. Pateicos tev, kungs. Что не кровью козлов и тельцов. Ka nevis ar āžu un teļu asinīm. Но со своей собственной кровью. Bet ar tavām asinīm. Ты вошел во святилище. Tu iegāji svētnīcā. И приобрел нам. Un ieguvi mums. Вечное искупление. Mūžīgu atpirkšanu. Позволь в этот вечер. Atļau šinī vakarā. Достойно. Cienīgi. Принять участие. Ņemt dalību. В этой вечере. Šinī vakarēdienā. Мы просим тебя об этом. Mēs lūdzam tev par to. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. И теперь спокойно. Ļoti mierīgi. Вы можете подниматься. Jūs varat piecelties. И прежде чем взять хлеб и вино. Maizi un vīnu. Вы можете пожертвовать. Jūs varat ieziedot. Потом берете хлеб и вино ņemiet maizi un vīnu, и возвращаетесь на место. Atgriežieties savā vietā. И потом одновременно. Un pēc tam vienlaicīgi kopā. Мы будем принимать. Mēs ņemsim večeru vakarēdienu tā kunga. Aleluja. Aleluja. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Благодарю. Иисус,
Благодарю.
Спасибо, Иисус. You know, as believers in Christ, знаете, как верующие во Христе, we must understand the spiritual significance that's behind this ordinance. Мы должны понимать, что стоит за этим священнодействием. Paul said, anyone that eats or drinks unworthily. Павел сказал, что тот, кто ест или пьет недостойно. Before you partake of the communion, you got to understand what is expected. Перед тем, как ты принимаешь причастие, как ты принимаешь вечерю, ты должен понимать, что это значит, что от тебя ждет Бог. In this case, в данном случае we must fight to remain as a family. Мы должны сражаться за то, чтобы остаться и быть одной семьей. We must break down every wall of division. Мы должны разрушить все стены, разделяющие нас. We have to fight to do that. И нам нужно бороться и сражаться за это. We must see beyond our local tribe or color or whatever. Мы должны смотреть друг на друга и не обращать внимания на наш цвет кожи, на наши, может быть, какие-то национальную принадлежность. Ukraine, Latvia, Украина, Russia. Латвия, Россия. No, those are not important. What is important is the unity of the body. Это все не важно, но что важно, это единство тела. Even if the nations fight, the body must not fight. Даже несмотря на то, что, может быть, наши народы враждуют, но тело Христово не должно враждовать. If there's a fight today, God forbid, between Latvia and any other country, say Ukraine, they may fight, but the body cannot fight. Возможно, какие-то страны находятся в натянутых отношениях друг с другом, но в теле Христовом этого не должно быть. Мы не должны позволять отношениям, которые есть у наших политических лидеров друг с другом, влиять на отношения в теле Христа. Can we say amen? Я хочу услышать аминь. So we've got to remember our covenant with one another. Нам нужно помнить о том завете, который у нас есть друг с другом. The husband and the wife. Который у нас есть как у мужа и жены. The man and the land. И который у нас есть с той землей, на которую нас поставил Бог. We are the salt of the earth. Мы есть соль земли. We are the ones who preserve the land that we are in. И мы те, кто сохраняем землю, на которой находимся. Но для того, чтобы это заработало, мы должны знать свою землю, мы должны заключить с ней завет. So that we can affect the land. Для того, чтобы мы имели влияние на нее. As the salt. Как соль. Аминь. So we're doing something that's very spiritual. И сейчас мы делаем, сделаем духовное действие. I just want to read, we have God put in my heart in 2 Samuel chapter 2, verse 26. I just want to read it. И я хочу прочитать второе. 2 Samuel 2, 26. Второе царство 2, 26. Can you? Ладно, я переведу так. I'll translate. You can't get your Bible. Okay. Can you give me my phone? Okay. Bye. It's not easy to translate. Just for a minute, please. 2 Samuel 2, 26, 27, 28 only. But yes. Okay. Then Abner said to Joab and said, "Shall the sword devour forever? Do you not know that it will be bitterness in the latter end? How shall it be then, here thou bid the people return from following their brethren?" And Joab said, "As God liveth, unless you have not spoken, surely then in the morning the people will have gone up, everyone from brother and his sister." Verse 26. So Joab blew the trumpet, and all the people stood still and pursued after Israel no more.
neither fought there anymore. С 26 по 28 стих, 2 глава 2 царств. «И возвал Авенир к Иоаву и сказал, вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав, «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Прощайте своих братьев, прощайте своих пасторов, прощайте каждого. Откажитесь от любой обиды, от всякой боли. Мы просим Бога послать the Spirit of God into the lives of His people. Мы молимся о том, чтобы Бог послал дух прощения в жизни людей. The Spirit of love, of unity. Дух любви и единства. Let there be an ingathering of God's children in other nations. И пусть это будет собрание Божьих детей, а не представителей наций. God has many people in the nations of the world that have not come to Him. У Бога есть много людей в нациях этого мира, которые еще не пришли к познанию Его. We ask God to hasten the process and bring them into the kingdom. И мы молимся, чтобы Бог нашел их и привел их в царство свое. And may God's kingdom and this land witness the type of unity they have never seen before. И пусть Божье царство в этой земле увидит такое Божье единство, которое они никогда раньше не видели. Let the church rise. Да восстанет церковь. Let the church unite. И объединится. Let the church love. И пусть любовь пребывает в церкви. Let the church move forward. И идет церковь вперед. And let the church prosper. И процветает. Send a revival. Пошли пробуждение. Send your power again. Пошли вновь силу свою. Let the church enjoy such favor with God and with man. И пусть церкви наслаждаются и имеют благоволение в глазах Бога и в глазах людей. Let there be healings and deliverances and victories. И пусть приходят исцеления, освобождения и победы. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. As we eat this bread, we must remember that this bread. И когда мы будем принимать хлеб, мы должны помнить, что этот хлеб represents the body that was broken 2,000 years ago. Представляет тело, которое было ломимо за нас 2,000 лет назад. Let every sickness. И пусть всякая болезнь. Remember. Помнит. That 2,000 years ago. Что 2,000 лет назад. Jesus. Иисус. Took every sickness. Взял на себя все болезни. On his own body. Он взял это на свое тело. We therefore command every sickness to go. И я сейчас приказываю всякой болезни уйти. Let there be healings. И пусть придут исцеления. Physical healings. Физические исцеления. Emotional healings. Эмоциональное исцеление. Spiritual healings. Духовное исцеление. All types of healings. Всякое исцеление. Marital healings. Исцеление брака. National healings. Исцеление нации. In the name of Jesus Во имя Иисуса Христа. That of a truth we may be one. Чтобы мы были объединены истиной. We decree that we are blessed and we are healed and we are strong. И мы провозглашаем, что мы благословлены, мы исцелены и мы сильны. You say I am blessed. Скажи, я благословен. I am healed. Я исцелен. I am strong. Я силен. And I love my brother. И я люблю своего брата. And I love my sister. И я люблю свою сестру. Together. И вместе. We will rise and we'll fall. Мы сможем подняться. And we'll rise again. И даже если упадем, мы снова встанем. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. You may eat it. Вы можете принять хлеб.
The wine represents the blood that was shed 2,000 years ago for the remittance of our sins. Вино представляет собой кровь, которая была пролита за нас 2000 лет назад в прощении наших грехов. Oh, the power in the blood of Jesus. В крови Иисуса такая сила. Sin and demons see the blood and they run away. Грех и бесы, когда они видят кровь, они убегают. Tonight I plead the blood of Jesus. И сейчас я призываю кровь Иисуса. I deploy the blood of Jesus. Я призываю кровь Иисуса. Over every area of our lives. На все сферы нашей жизни. We soak ourselves and our lives in the blood of Jesus. Мы прямо сейчас просто окунаемся в кровь Иисуса. I invoke the power in the blood. Я провозглашаю, что есть сила в крови. To destroy. Чтобы разрушать. Every wicked power of the enemy. Любую вражескую силу врага. And I decree that our sins are forgiven. И я провозглашаю, что наши грехи прощены. Because of the blood. Благодаря его крови. Say, Father, we thank you for the power in the blood. Скажите сейчас: Отче, мы благодарим тебя за силу твоей крови. Father, we thank you for the power in the blood of Jesus. Мы благодарим тебя за силу в крови Иисуса. We thank you because our sins have been washed away. И мы благодарны тебе за то, что наши грехи омыты. Today we remember. Сегодня мы вспоминаем. The transaction that took place. То, что произошло. 2000 years ago. 2000 лет назад. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Amen. Аминь. Людям возвещать о нем. Стены — это ваша арена. Битвы и победы над злом. Я доверил ваши руки судьбы тысяч людей. Не подведите, не проспите. Иду ваших дверей. Я вас поставил на стена. Людям возвещать о нем. Стены — это ваша арена. Битвы и победы над злом. Я доверил ваши руки судьбы тысяч людей. Не подведите, не проспите. Веду ваших дверей. Страх же на стенах. Судьба больших городов. Это ваша арена. Битвы и победы над злом. Я доверил ваши руки судьбы тысяч людей. Не подведите, не проспите. Веду ваши дни. Стражи на стенах. Судьба
ночью не проспит, кто предупредит, что опасность приближается? Кто нас убедит, что ворота охраняются? Кто ночью не проспит, кто предупредит, что опасность приближается? Кто нас убедит, что ворота охраняются? Господам ни ночью, ни днем, доколе Он не восстановит наши города, искоренятся нечестивые, горе и нужда. Не умолкайте, не умолкайте. Мой город, моя собственность, родной, любимый дом, мы не позволим превратить его в Гомору и Содом. Святая территория, наши города, искоренятся нечестивые, горе и нужда. Не умолкайте, не умолкайте. О, вы напоминающие людям о нем, не умолкайте перед Господом ни ночью, ни днем, доколе Он не восстановит ваши города, искоренятся нечестивые, горе и нужда. Не умолкайте, не умолкайте. Мой город, моя собственность, родной, любимый дом, мы не позволим превратить его в Гомору и Содом. Святая территория, наши города, искоренятся нечестивы, горе и нужда. Не умолкайте, не умолкайте, не умолкайте.